беги! Я волок его и не сыплю! Затопить Восток. Это случилось сразу после начала войны. Читал об этом в газетах. Погоди, сейчас посмотрим, что можно раскопать. Дерись со мной! Беги! Прочь от
Они все мертвы? Надеюсь, что так. А ему пора направляться к ядру. Слово придет на ум. Ностальгия. Thank you.
паразитом и человек. Человек создает, паразит спрашивает, а где моя доля? Человек творит, паразит говорит, а что подумают соседи? Человек изобретает, паразит говорит, осторожно, не наступи Господу Богу на мозоль. Важно тебе, это ты. Такова природа вещей. Большое разочарование. Твой хозяин слышит меня? Атлас, ты можешь меня убить, но ты не получишь мой город. Моя сила не в огне и стали. Это то, чего паразитам никогда не понять. Свое время для всякой вещи. Время жить и время умирать. Время строить и время уничтожать. Пойдем, дитя мое. Что? Райан ввел программу саморазрушения ядра? Это совсем не то, что ты думал. Он намерен уничтожить весь этот проклятый город. Скорее туда! И прикончи этого маньяка, пока все не взлетело на воздух! Сломал ей шейку. Что? Сломай этой милой собачке шейку.
прошу вас! Сломай собачке шейку. Будь добр. Нет! Нет! Очень хорошо. Продвинутые исследования. Образец 111. Доктор Сушонг. Клиент Фонтейн Футуристикс. Возраст младенца 1 год, вес 58 фунтов, мускулатура крепкого 19-летнего мужчины. Результаты неутешительные, но в пределах ожидаемого. Продвинутые исследования. Образец 111. Доктор Сушонг. Клиент Фонтейн Футуристикс. Возраст младенца 1 год, вес 58 фунтов, мускулатура крепкого 19-летнего мужчины. Результаты неутешительные, но в пределах ожидаемого. Убийца преодолел последний рубеж обороны, и теперь он идет за мной. В конечном итоге, чем отличается человек от раба? Деньги? Власть? Человек делает выбор. Раб повинуется. Думаешь, у тебя есть воспоминания? Ферма, семья, самолет, катастрофа. И потом это место. Но была ли там и вправду семья? И потерпел ли самолет аварию? Или его угнали, заставили сесть, и сделал это не человек. Нечто выращенное специально, чтобы идти как лунатик по жизни, пока его не включит некая простая фраза хозяина. Был ли послан на убийство человек или раб? Человек выбирает, раб повинуется. Входи. Остановись, будь любезен. Будь любезен. Слова, имеющие власть. Знакомые слова? Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, сделай это. Пожалуйста, найди. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, найди Райана и убей этого мерзавца! Сядь, будь любезен. Встань, будь любезен. Беги! Стой! Повернись! Человек выбирает. Раб повинуется! Убей! Человек выбирает! Раб повинуется! Thank you.
Семенович. Карл, да я как-то раз полгода даже китайцем притворялся. Но ты так старался, что, полагаю, знать правду. Меня зовут Фрэнк Фонтейн. Возвращением, дитя. Добро пожаловать в твой родной город. Ты злишься на Фонтейна, да? Теперь ты знаешь правду. Ты был его орудием. Тебя вернули в восторг, чтобы ты спас его. Ты спас моих малышек. Я перед тобой в долгу. Пока ты спишь, я уберу часть ментального влияния Фонтейна. Он больше не имеет над тобой полной власти, однако способен еще потянуть за ниточки. И это будет неприятно. Мы поместили в твой разум массу замков и запоров. У Фонтейна есть большая часть ключей, но не все. Сушонг создал твой разум, научил Фонтейна управлять тобой. Ты можешь найти ответы в квартире Сушонга. Пойдем за мной! Мама Таненбаум сказала, что он нам поможет! Эй! Это мое! God bless us now.
that's got his own. Yes, the strong. Вот он! Тот, кто нас всех спасет! Он здесь? Он пришел помочь нам! But God left the child that got his own, got his own. Кто здесь? Это он меня спас. Сможешь ему отомстить, и мы вырвем моих малышей из его грязных лап. Слушай меня! Иди сюда! Давай!